Приветствую на живое сообщество. В первую очередь хочу напомнить, что в эти выходные, а точнее с пятницы по воскресенье включительно, в Киеве пройдет 10-я юбилейная «Стальная грань». Это самая большая ножевая выставка в Украине. Я буду на выставке в воскресенье, если кто-то захочет познакомиться в реале, буду очень рад. Кроме того, на выставке ожидается появление одной небезызвестной для ножевого ютуба личности. Ну а теперь непосредственно к обзору. На этот раз роликов всего 5. Первый из них – чудесное превращение Моры. Мора была поломана случайно, была отдана на переделку одному мастеру, и вот что с этого получилось, результат просто бомба. Про Tenacious мы, наверное, знаем уже все. Тем не менее, вышел еще один тест ножа Spyderco Tenacious, который еще раз показывает нам, на что же способен этот нож. Отличнейший обзор сравнения двух клонов точилки Apex, старого и, соответственно, нового китайского клона. Очень хорошее, полное, полезное видео. Заточный канал Руслана Киясова снова нас порадовал новым роликом. На этот раз он нас порадовал тем, что дает понять, какой же угол заточки лучший для ножа. И последнее видео на сегодня. Этот канал я для себя открыл буквально несколько часов назад. Канал по возрасту не новый, но почему-то от моего внимания ускользал до последнего времени. Очень перспективный, мне кажется, канал. Там есть интересные ножи, интересные ролики. Вот крайний ролик, ссылка на крайний ролик. Какой-то редкий чумовой нож. Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, будет интересно. Ну что же, на сегодня все. Пока.